Еще один мощный взрыв прогремел в здании Дворца правосудия в Дамаске. Жертвами стал 31 человек. Десятки получили ранения. По предварительным данным, взрывное устройство было активировано в вестибюле здания. Взрыв устроил смертник, которого полицейский остановил на входе. Через некоторое время в Дамаске прогремел еще один взрыв. Второй теракт произошел в ресторане, который расположен на северо-западе сирийской столицы. О погибших и пострадавших пока не сообщается. Какая группировка стоит за атаками, тоже неизвестно.